новости с разводом, о том, как рыбка пописила, покакала. Я не буду рассказывать. Этого полно на других каналах. Расскажу лишь то, что вот парочка вывела малька в общаке. Самец, самочка, общак. Самец, естественно, всех кошмарит. Самка тоже бьет всех. Малька, ну вот она, сегодня села на родителей. Малечек. Малечек, попытаемся его увидеть. Вот вам малечек. Ну, его не так уж и много, но мне много и не надо. Я как бы и вообще его не надо. Ну, живет себе в общаке, да. Но это не главное. Главное, что вот еще одна пара отнерестилась. И у этой пары полно личинки. Вот самец стоит, чистит. Сейчас будет перетаскивать, наверное, сегодня вышла. Личинка, вон она, черная. Черная все там. Вот стоит самочка или самец. Или самочка. Вот кто-то из них стоит, загораживает. Вот она, личиночка. Вот она, личиночка. Это все в общаке сделано. Сделано в общаке. Помимо всего прочего, вот еще в другом общаке, вот тоже здесь уже тоже личинка на трубе. Здесь ракурс плохой, поэтому видно не будет. Вот парочка. Парочка ухаживает. Личиночка вышла. Все это в общаке при температуре 25-26 градусов. Грелки я не использую.